Горожане, всем привет! Ну что, вы как, заметили похолодание, которое нам синоптики на сегодня пообещали? Ну, думаю, что если в городе, где и прохладно сегодня, то только, наверное, в самой глубокой тени, правда? Но это и логично, хочу я вам сказать, ведь в нашем с вами любимом народном календаре 4 апреля Василий Теплый. Ну, думаю, по названию все понятно. Этот день наши предки посвящали солнцу. Водили хороводы, ведь они в форме, соответственно, солнца, да, круглые. Пели песни нашему светилу. И хозяйки должны были обязательно в этот день испечь круглые хлебцы небольшие. Ведь они тоже в форме солнца, соответственно. Так что, если вы вдруг проголодались, срочно бегите к плите, к духовке. Но только подождите минутку, я вам расскажу о погоде на завтра. А погода завтра следующая. Ветер стихнет, но и градусы спадут. Такой прогноз дают синоптики на пятницу. Сегодня ночью под ясной луной плюс 7, а завтра, хотя день и будет солнечным, воздух прогреется всего до 17 градусов. Говорим всего после недавних 25. Западный ветер довольно слаб, 3 метра в секунду. Атмосферное давление подрастет, и на барометрах увидим 756 миллиметров ртутного столба. До нормы немного не дотянет, но и дождя гидрометцентр Ростову не обещает. На этой сухой ноте я с вами и прощаюсь. Всем пока!